Медальный дебют. Гомельская команда «Энергия» завоевала бронзу Кубка Беларуси по волейболу среди мужских команд. Финал турнира проходил в Гомеле. Волей жребия в полуфинале в сопернике команде Дмитрия Лихорада достался действующий обладатель трофея «Столичный строитель». В первом же сете гомельчане показали записному фавориту, что матч легкой прогулкой не будет. Минчане взяли первую партию с преимуществом всего в 2 балла – 25-23. Второй сет достался строителю куда легче – 25-19. В третьей партии отступать было некуда, и хозяева паркета уперлись изо всех сил. Однако в концовке нервы вновь оказались крепче у минчан. 28-26 в финале «Строитель». Мы прекрасно понимали, что во вчерашней игре нам будет очень тяжело играть с обладателем кубка и неоднократным чемпионом страны. Но они молодцы, они показали в той игре максимум, что мы могли. Во второй паре также был нерв. Борисовский «Батэ» БГУ ФК показал характер и смог зацепить одну партию в матче с солигорским «Шахтером». На следующий день игровую программу финала четырех открывал поединок за бронзу. «Энергия» хоть и с подпорченным настроением от полуфинального поражения, но с необходимой концентрацией берет первые в истории команды награды. «Батэ» обыгран более чем уверенно 3-0. Важно было выиграть, потому что строится история команды. Первый сезон, все с нуля, с чистого листа, и как бы стать призерами, это очень дорогого стоит. После вчерашней игры еще волнение было, поэтому первая партия получилась сначала такая комканная, соперник ушел в отрыв, но тем не менее потом оставшуюся игру мы держали под контроль. Это маленький успех, но на данный момент, да, хотелось бы играть в финале кубка, но мы все прекрасно понимаем, команда только образовывается, все становится на круги своя, поэтому к концу чемпионата, я думаю, на бронзе мы не остановимся. У солигорского «Шахтера» в отчетный вечер также был дебют. Горняки впервые в своей истории выиграли Кубок страны, обыграв в 5 партиях «Строитель».